Ну, вроде все. Давай передохнем немного. Да? Ну и ночка. О, да. А она... Так, слушай меня. Мы ни в чем не виноваты. Эта старуха была... Короче, больна. А ты можешь жалеть ее, но не вздумай себя винить. А что теперь будет? Я не могу вернуться в приют. А ты на работу. И не надо. Ну-ну. Нет, я серьезно. Мы с тобой свалим отсюда как можно дальше. Ага, копы нас быстро поймают. Ну, им-то нужны Натан и Сэмюэл Морган. Ну да, мы. А если нет? Нейт, там, в доме, ты знал обо всех этих вещах не меньше, чем их хозяйка. Так, я всегда знал, что нас с тобой ждет что-то великое. Но прежде... Не знал, что именно. Но это мамино незаконченное дело. Это наш шанс начать жизнь заново. Под новыми именами. Я тебя не понимаю. У меня есть контакты. Организуют нам новые документы. А что касается фамилии... Мама думала, у Дрейка были наследники. А почему бы и нет? Ты ведь сейчас не шутишь? Нейт, это наша судьба. И я обещаю, ты и я вместе. Далеко пойдем. Что скажешь? Натан Дрейк. После этого все изменилось. Мы с ним стали искателями, первооткрывателями. Ну, короче, ворами. Ай! Ты давай не дергайся. Это было время, когда мы то и дело попадали в тюрьму, если не по очереди, то вместе. И когда я его потерял, ну или думал, что потерял. Ты не хотел лишний раз его вспоминать. Ну, вроде того. Вот и все. Теперь ты все знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж все. Но это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко, я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? А, конечно. Прием, Салли. Привет, крошка. Как он там? Ну, побитый, конечно, но ничего, живой, даже дееспособный. Теперь остается спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты все-таки с нами? Ну, еще бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Черт, ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придется очень быстро. Понял. Эй, а сокровища? Забудь.
Черт с ним. Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп, то есть его долг... Побег? Да, Сэм все придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом. Ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Меняемся. Спасибо. Ага. Я в смысле... Спасибо, что спасла меня. Опять. В этот раз могла не спасти. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Значит, мы направляемся на север острова. Да, Новый Девон. Там жили основатели Либертана. И туда Раиф забрал твоего брата. Сокровища где-то там. Надо только спасти Сэм, пока они их не нашли. Смотри. Вон там. Я одолжила его у наемников. Ты скатилась с самого верха? Да, так было быстрее. Нам осталось придумать, как забраться обратно. Да, сейчас. Значит, Салли тебя посвятил в подробности этой истории. Ага. Генри Эвери. 400 миллионов, 12 основателей, сотни колоний. Ты об этом? Да, вполне исчерпывающе. Было время, пока летела сюда. Ого. Это что, лифт? Похоже на то. Честное слово, Эвери нанял лучших инженеров той эпохи. Видимо, так он переправлял грузы вверх по реке. Да, скорее всего. Вот и машина. Только надо забраться. Ну, что думаешь? Куда? Давай осмотримся. Слишком высоко. Ищем другой путь. Тут должно что-то быть. Освежай. Нашел. Могу тебя подсадить. Отлично. Может, есть другой путь наверх? Эй, я вижу тропу.
там можно пройти. Поищи там что-нибудь, а? Ага. Я тут кое-что нашла. Подожди-ка. Побереги. Спасибо. Неплохо, да? Молодец. Взял и разозлил девушку. Дебил. Давай, я буду ждать там. Кажется, это тупик. Ну, может, лифт еще работает? Вряд ли. Ему 300 лет. Он сгнил весь, наверное. Он, скорее всего, даже... Работает. Тогда, в общем, увидимся наверху. Дорогая! А, ерунда. И в какой стороне машина?
Ее будет проще найти сверху. Да, хорошая мысль. Механизм приводится в действие за счет водяного колеса. Весьма недурственно для кучки пиратов. Ну, зато хоть лишние калории сбросим, да? Машину. Строго говоря, это их машина. Так давай ее снова заберем. Думаешь, она с Дрейком? Наверное. А еще кто-то слышал ментов. Это все. Эти наемники своих денег стоят. Валим, пока подмога не приехала. Есть варианты? Выше по реке, у водопада, есть проход. Смотри на этот вид. Дровущий. Видимо, новый даван наверху. Давай поднимемся. У меня вопрос. Зачем Дэйв Уадлер сокровища Эвери? Деньги-то ему явно не нужны. Ему нужна слава. Но не хочешь, чтобы его считали просто богатым наследником? Он точно не отступится. Рейф и Шорлайн созданы друг для друга. Ему нужны солдаты, им его деньги. Разве? По-моему, они и так небесны. Шорлайн ввязалась в пару гражданских войн с неудачным исходом. Отец Надин чуть не разорил компанию. Она, видимо, надеется, что теперь о них снова заговорят.
У меня вопрос. Зачем Рейфу Адберу сокровища Эдера? Деньги-то ему явно не нужны. Ему нужна слава. Он не хочет, чтобы его считали просто богатым наследником. Он точно не отступится. Рейф и Шорлайн созданы друг для друга. Ему нужны солдаты, им его деньги. Разве? По-моему, они и так небесные. Шорлайн ввязалась в пару гражданских войн с неудачным исходом. Отец Надин чуть не разорил компанию. Она, видимо, надеется, что теперь о них снова заговорят. Плохо. Двигайся вверх по течению. Ты бы могла написать об этом шикарную статью. Могла бы. Только вряд ли бы кто поверил. Ну, можно фотки делать. У меня с собой нет фото. Жалко, что не взяла. Как думаешь, почему Сэм не пришел сразу к тебе, после того, как Рейф его освободил? Я думаю, он хотел сначала выяснить все, что Рейф известно про Эдри. Плюс ему нужно было время, чтобы выдумать ту байку про Алькасара. Если б я только навел справки. Еще одно безумное приспособление. Сюда даже машина поместится. Надеюсь, этот тоже работает. Сейчас узнаем. Ничего хорошего. Колесо остановилось. Там никакой пальцы. Попробуем по-другому.
Попробуем. Ничего, надо забраться выше. Да, был бы тут еще один. А ты сомневалась? Погоди, я остановлю колесо. Теперь? Может, мне надо... нормально. Ну да. Эй, берегись! Прячься! Прячься за машиной! Thank you.
ты поведешь. Да ну, ты же сама неплохо водишь. После всего, что было, мне надо передохнуть. Ну что, заслуженно. Я тут подумала, чтобы все это построить, нужно было потратить кучу денег. А вдруг от сокровищ ничего и не осталось? Нас тоже мучил этот вопрос. Вот так. Все под контролем. Мы уже близко. У тебя случайно нет во что переодеться? Есть. Супер. На самолете. Не супер. Дамба, мы можем проехать через шлюз. Ну, поехали. Не выйдет, завалено. Ясно, попробую другой. А за второй дверью?
ничего. Отлично. Порядок. Ну что? Держись! Получилось! Ты как будто удивлена. Ну, чуть-чуть. Что лифт работает? Пока что два лифта из двух. Значит, удача скоро от нас отвернется. Водяное колесо исправно. Неплохо. Эй, не поможешь мне? Черт! Я держу. Гони машину. Тяжелая. Ладно. Попробуй. Три из трех. Они плохие инженеры у пиратов. Ух ты. Прямо открытка. Ага, Либерталия. Прекрасные виды и головокружительные перестрелки. Так почему ты передумала? Ты сказала, что могла не вернуться. Ну, ты по уши увяз, не могла же я тебя бросить. Я же все-таки клятву тебе давала. В горе и в радости. Да. В горе и в радости. Ну-ка, помоги мне. Давай. Так. Даже если ты хочешь защитить меня, у тебя... Нет, правда, не брать. Что бы там ни было, надо честно все обсуждать и решать. Вместе. Команда... Я понимаю. Ну, правда, просто... Я... Знаешь, давай лучше потом. Не будем отвлекаться. Курс на Новый Девон.
Мы здесь, Салли. А ты где? Все еще лечу. Видел колонну машин наемников. Едут на север. Скоро и мы их увидим. Вы там как? В порядке? Набили пару шишек, но пока целы. Вот и хорошо. Держите связь. Предпочитаю быть в курсе последних событий. Хорошо. Отбой. Так, нам на другую сторону моста. Держись! Сворачивай! Впереди водопад! Не могу! Течение сильное! Готов! Нейт! Нейт! Вон там! По тем столу мост поднять! Понял! Машина. Пошли. Я не защитить тебя пытался. Ну, просто я же обещал больше в такое не ввязываться. Мы обещали. Но я все же полез. Я скрыл это, потому что я боялся. Да? Чего? Тебя потерять. Так что я скорее защищал себя. Понимаешь? Нам еще далеко идти. Да. Давай пойдем. Ага. Сюда. Хоть через реку перебрались. Да. Могло быть и хуже. Наверху есть пещера. Точняк. И как бы нам наверх забраться? Может, потом проведем здесь отпуск, да? Ага, может быть. Ну, что там? Ха!
Что, ты тут один? Успокойся с миром, пират. Привет. Смотри, знак. Предатель. Повстанец. Незавидная участь. Вот еще один. Прости, друг, ничего личного. Эффективный способ подавить бунт. А они это с самого начала задумали? Что, перебить всех колонистов? Нет. Заманить их сюда, мечтой об утопии. Для того, чтобы обобрать границы. Ну, мы имеем дело с шайкой пиратов. Ну, это слишком жестоко. Даже для пиратов. Выглядит ненадежно. Так и есть. Аккуратней. Нужно немного помочь. Выглядит ненадежно. Так и есть. Аккуратней. Все нормально? Да. Ух ты. Вотчина пирата, Эвери.
Неплохой райончик. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Но косметический ремонт может спасти. Посмотрим. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл, что ты у меня крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что в этом. И он еще целый. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Черт! Что? Что там? А, дверь. Сэм? Ну, хоть жив. Это пока. Пошли. Смотри, как бы люди на день не появились. Ага. Была не была. Сюда, пригни голову. Кто-то застал парня врасплох. Черт, наемники. Елена, прячься. Вижу их. Thank you.
Цела? Да. Идем дальше. Может, через пещеру пройти? Стоит посмотреть. Надин притащила сюда целую армию. Ну, у нее же есть армия. Они нашли сокровища? Надеюсь, нет. А то Сэм пропал. Освежает. Thank you.
один притащила сюда целую армию. У нее же есть армия. Они нашли сокровища? Надеюсь, нет. А то Сэм пропал. Ого, а течение тут сильное. О, как мило. Хочешь сделать меня приманкой? Не, я просто джентльмен. Просто подкалываю. Да уж, уже всего исколоть успела. Спасибо. Ты как? Я нормально. А ты? Вымок до нитки. Устал, побит. И есть хочется, честно говоря. В остальном все тип-топ. Да. Фух, ладно, все. Пора идти. Течение тут сильное. Попробуем пробраться через этот дом.